Всем привет, с вами Бонарди, это новенькая серия на моем канале. Сегодня мы не будем искать автомобиль, как это последнее время складывается сегодня. Я буду на полигоне, на летнем полигоне, испытывать такой автомобиль, как Дан. Вот, тот автомобиль, который сейчас вот набрал почти 6000 просмотров для моего канала, это, ну, просто огромная такая, знаете, цифра, потому что канал только развивается, только 400 подписчиков, ребятки, так что поддержите, пожалуйста, подпишитесь на меня, давайте наберем первую 1000. Это очень, ну, знаете, такой хороший стимул для человека, который вот, ну, занимается контентом и старается выкладывать ролики регулярно. В общем, мой ролик начинается, всем приятного просмотра. Почему я решил сегодня показать Дан? Ну, потому что некоторые подписчики мне сказали, что машина фигня и ничего она не может. Но давайте посмотрим более детально, на что она способна. Итак, для того, чтобы попасть на полигон, достаточно зайти в просмотр модификации, нажать Y. Здесь, ну, как бы куча машин, но они нас сейчас не интересуют, нам нужно выбрать карту. Нажимаем Y, выбирать карту и летний, ну, испытательный полигон. Можете зимний, как вам больше нравится. На зимнем больше снега, меньше грязи, больше льда. Ну, в общем, все как всегда. После того, как вы появитесь на первом автомобильчике, и вам нужно проехать в гараж. Ну, это для тех, кто ни разу здесь не катался. На самом деле, я про полигон тоже недавно только узнал. Мне подсказал мой знакомый Ред, так что тебе отдельное спасибо. В общем, поехали выбирать сейчас тачку, на которой мы будем проводить сегодня эксперименты. Кстати говоря, здесь денег безграничное количество. Вы можете купить любой транспорт, даже который у вас сейчас недоступен. Просто для того, чтобы потестить его на полигоне, посмотреть, на что способен. Здесь есть все улучшения. Просто абсолютно все. Все двигатели, все, я не знаю, там, коробки передач, подвески, колеса, ну и так далее. В общем, погнали, давайте уже смотреть, на что же способен автомобиль. Кстати говоря, не забудь поставить лайк. В общем, после покупки автомобиля я его прокачал практически максимально. Вы можете подбирать свой конфиг, который вам, допустим, доступен в игре. Вот, но мне захотелось поиграть прям на таких, на максимальных настройках, посмотреть, на что действительно способен этот автомобиль, при, если я, ну, найду все двигатели, подвески и так далее. И еще, я поставил на него небольшой такой платформу, да, вот, и я ее загрузил. Выбор, кстати, грузов тоже достаточно большой. Причем многие я еще не видел, потому что я практически закончил с Мичиганом, и все остальное, естественно, я увижу потом. Поэтому сегодня я просто взял металлические балки и поехал кататься. Но перед этим я решил еще погазовать немножко на машине, посмотреть, сколько примерно она жрет топлива, там, на холостом, не на холостом. В целом, мне понравилось и звучание автомобиля, и как он, ну, расход топлива, в принципе, вот эти 350 литров вам может хватить на долгий срок. Если вам не хватит, всегда, практически, ладно, практически всегда есть рядом, где купить прицеп и можно заправиться. В общем, играться с этим, конечно, было интересно, но интересно уже было более пройти, так сказать, к реальным испытаниям. И первое это испытание, когда вы выезжаете из гаража, здесь идет речка. И автомобиль достаточно неплохо себя повел, потому что я практически полностью погрузился кабиной, двигатель не заглох, и машина продолжала дальше ехать. Это на тему тем, кто мне писал о том, что этот автомобиль очень плохо себя ведет в тяжелых испытаниях. Серьезно? Какой еще автомобиль на начальных этапах у вас будет также себя хорошо вести и в воде, и в грязи? В грязи мы сейчас перейдем, но перед этим мы сначала проедем, так сказать, полосу препятствий. Препятствие здесь яма и, ну, такой, знаете, не знаю, бугорок назовем его. Единственный минус у этих автомобилей, точнее у этого автомобиля, то, что он слишком длинный. И за счет этого можно посадить автомобиль на дно.
ну, точнее, не на дно, да, вот, ну, вот так вот, короче, сделать. Я иногда, когда озвучиваю, теряюсь в мыслях, поэтому, ребят, без обид, стараюсь, как бы учусь, и обязательно все получится. В общем, автомобиль, в принципе, проехал по прямой неплохо. Я застрял, конечно, где-то в середине, но мне получилось вытащить автомобиль. Я буксовал вперед, назад, на понижайке, в общем, на разных передачах, и у меня это получилось. Но да ладно, как вы понимаете, в реальных условиях будет намного проще. То есть этот автомобиль переезжает тяжелые, так скажем, трудности. Но давайте еще посмотрим, как он будет ездить по камням, по бетону, ну и, конечно же, в грязи. Итак, по поводу бетона. Здесь есть вот такая вот интересная локация. Проехать ее, в принципе, легко. Ну, реально легко. Единственный минус за счет того, что длинная конструкция, мы, получается, серединой будем цеплять бетон. Ну, немножко поломаем бензобак. Ну, в принципе, ничего смертельного. Опять же, если это будет короткий маршрут, то есть если вы будете ехать, я не знаю, там километра полтора, то тачку вы можете угробить. Поэтому я рекомендую все-таки брать с собой ремкомплект, если вам очень сильно нужно где-нибудь ездить по такой вот локации. По поводу камней. С камнями тоже не все так просто, как хотелось бы, но этому автомобилю практически доступно все. Единственный момент, я здесь застрял на начальных этапах. И то застрял только потому, что к днищу, точнее днище село на камень, и получилось, колеса зависли в воздухе, и я их просто не мог ни туда, ни сюда. Хотя чуть попозже, пошатавшись, покрутившись, у меня получилось выехать. А бетонную конструкцию в виде труб проехать этот автомобиль тоже смог. Как вы видите, кстати, потребление топлива не такое громоздкое, как хотелось бы. Ну, точнее как могло бы быть. Вот, транспорт потребляет, ну так, экономично относительно. Да, тяжелые моменты он гребет по 15 литров в минуту, но так эти того моменты стоят. К примеру, первую локацию с грязью я не стал вам показывать, потому что там детский садик, там может быть сантиметров 10 это грязь, и машина легко проезжает. Вторая локация вот уже была поглубже, была на лужами. Причем первую лужу, я думал, я так проехал, ну, в принципе, не тяжело. На понижайке можно было ее преодолеть. Самое прикольное, что здесь есть, здесь зацепиться, так сказать, лебедкой некуда, но чтобы затащить свою тачку там вперед, да, вот, и вытянуть. К этим бочкам цепляться смысла нету. Поэтому, увидев большую лужу, я понял, что посередине я точно не проеду. Я чуть позже там татарина утопил. Просто вот, ну, знаете, из серии проверить, сможет или нет. Татарин не смог. Вот, Дэн же смог. Ну, как смог? Он не смог в середине, он смог по боку. Смотрите, его кабина полностью погружена под воду, даже труба выхлопная была погружена в воду, но все равно он смог. Знаете, я так скажу, если вам после этих испытаний покажется, что этот автомобиль слабый, что он чего-то не может, лучше просто удалите игру и даже не мучайтесь. Потому что SnowRunner по факту это игра на терпение. Да, здесь придется немножко помучиться, а может где-то даже немножко. Но в любом случае у вас все обязательно получится. Я же не такой особенный, правильно? Я такой же, как и вы. Если у меня получилось, значит и у вас получится. Единственный момент, третью локацию, к сожалению, Дэн не осилил. Ну, здесь, в принципе, я пока не нашел машину из того, что у меня уже доступно, чтобы, ну, как бы проехать здесь. Хотя нет, на Татре я проехал, та, которая получается за ремонт какого-то завода. Но так как у меня его еще нету в комплекте, я как бы не стал его экспериментировать. Я мучился на Дэне. Там в середине есть дерево. Да, я мучился с лебедкой, но, к сожалению, не получилось выехать. Поэтому, если вы будете кататься на этом автомобиле по грязи, то вот примерно на такой уровень в грязь не погружайтесь. Потому что, ну, плавать в грязи это, конечно, круто, но деревья тоже заканчиваются, и топливо жрется, ну и все остальное. Отсюда автомобиль я вытащил, как я уже говорил, татарином. Так что, ребятки, если вам эта тачка нравится, вы знаете, где найти видео.
чтобы ее открыть. Эта тачка доступна абсолютно всем, и даже без DLS-ки, и чтобы ее получить, нужно просто немножко заморочиться, перейти по на главной странице моего канала, выбрать ролик. Хотя нет, я ролик размещу в описании под роликом. Вот, вы просто заходите, смотрите, где он находится, и находите, и используете. На этом у меня сегодня все. Всем хорошего настроения. Увидимся, когда увидимся.